Возвращаемся с ТО. Вечерело, однако. Табло. Прибамбасы экрана. Мосток. Развилка на Новочеркасск под шахтами. Вот это ямины, вот это ямины, ё-моё. Так что этот мост никак не могут сделать. Делают, делают, а он опять выбивается. Сейчас за малым я не попал в аварию. Еду. Возвышенность. Сейчас, видите? Низинка. Смотрите. Асфальт замерз. Температура. Минус один. Возвышенность. На этой возвышенности у обочины три машины. Хотел я их еще заснять, думаю. Наверное, что-то случилось. Но фиг с ним. Впереди вот так вот едет фура. Другая фура ее обгоняет. И что-то они притормаживают. Я, естественно, рядом с ними. Скорость была где-то около 90 километров. Я притормаживаю, а машина, как ни в чем не бывало, заскользила. И не просто заскользила, а пошла юзом. Я тут рулем, рулить. Меня бросает вот на этот вот отбойник. Я его вижу в непосредственной близости, сейчас думаю... Знаете, если вот не хватило бы самообладания, я бы в него врезался бы нафиг. Я кручу руль от отбойника. Машину заносит в другую сторону. То есть на обочину. Где-то возле, вот так вот, вблизи зада фуру. Фуры. За малым не улетаю на обочину. Туда. Продолжаю тормозить, значит, от обочины рулем, рулю влево. И тут только еще туда, сюда, сюда, туда качну. Моби Дик останавливается. Температура около нуля, а именно минус. Не ноль, а минус, очень коварная. Вот, допустим, здесь оно еще... Асфальт покрыт водой и нормально едешь. Где-то на возвышенности, вот сейчас вот этот вот чулдометр обгоняет. На возвышенности, на мосту, вот на этом именно, что будет? Продувается. Продувается, и вот эта вот корочка, которая есть на дороге, она уже сейчас поблескивает. Эта корочка становится льдом коварным. Ты едешь вот по дороге, все хорошо, все
вроде бы тормозится. Здесь начинаешь тормозить, можешь просто даже притормаживать немножко там, но дистанцию дабы держать. Притормозил, и что? И тебя понесло. Машину зашатало. И вот она, авария. Тут как тут. Поэтому на дороге, когда после дождя минус один, очень и очень надо быть осторожными. В первую очередь скорость не превышать. Вот я пилю не более 70 км в час. Да и припилю, зато целым припилю. А если я вот так вот, как я делал, 100 км в час, под 110 там, и я вылетаю на такой вот гололед, значит, попадаю на серьезный ремонт. Вот такие-то дела, хотел вам сказать, что бывает. Эх, дорога, туман, гололед и коварство на пригорках и на спусках ждет. Вот вроде бы притормаживаешь, все нормально. А где-то притормозил. Она заледенела, заледенела, ё-моё. Вот такая-то езда в январе случается. Машина пошла куда угодно, только не туда, куда нужно. Вот она, коварство. Зимние дороги. Дороги, когда температура после вот такого вот проливного дождя опускается до минус одного. То есть вначале был снег, снег растаял. И после того, как снежочек растаял, пошел дождь, а после дождичка начала примораживать. И ну вот, как сейчас идет вроде как бы дождь, а на почве уже схватывается он в лед. Смотрите за колесами впереди идущего автомобиля. Если дорога, ну будем говорить, мокрая, от колес идут брызги, идет вот такая водяная пыль. Интересная цифра. Непогода бушует, но я уже в родном городе, и это хорошо. Наледь, видите? Вот такая вот наледь образуется на асфальте. И дорога становится скользкой.